Здравствуйте, меня зовут Фомина Алина, и я верю в чудеса, особенно сильно в ночь перед экзаменом. А в остальное время я привыкла полагаться на себя и на свои силы. Но на самом деле вера в чудеса лично для меня – это про ощущения, чувства, про то, как я отношусь к окружающему. Поэтому иногда можно поверить во что-то волшебное и помечтать. Приближающийся Новый год – это прекрасное событие для совершения чудес. Поэтому я желаю каждому из вас верить в чудеса, но не забывать о том, что многое в этой жизни зависит лишь от нас самих.